Приветствую вас, дорогие друзья и гости, подписчики нашего канала. Сегодня мы сделаем обзор об номере нашего отеля Криопиги Бич, который находится в деревеньке Криопиги на полуострове Кассандра, Греции. Мы находимся на 4-м этаже, наш номер. Отсюда с террасы с одной вид на бассейн, на ресторан. Такая терраса есть. Шикарный вид на городок, на деревеньку нашу. Черепичные крыши. Очень колоритно смотрится наш слив. Сегодня вот где-то там идет дождик. Очень красиво все смотрится. И приглашаю вас в наш номер. 406 номер Superior. И сделаем обзор. В номере большая двуспальная кровать, две тумбочки с настольными лампами, есть телефон, кондиционер, журнальный столик, два больших зеркала, большой шкаф. Большой шкаф. Два отделения, есть еще одно отделение с полками, санитарный узел. Номер, я думаю, прошел реновацию, потому что весь отель практически после реновации, все свежее, новое, сантехника. Зеркало в номере, есть ванна. Шампунь, мыло, гель. Не дают, был там в начале, теперь закончился, и никто даже не подумал положить. Сантехника работает, вся хорошо, все новенькое, напор воды хороший, все работает отлично, есть фен, телевизор. Телевизор предусмотрено 3 канала, но пока мы были здесь неделю, показывает только один канал СТС, остальные в пикселях все каналы. Wi-Fi бесплатный. Есть Wi-Fi, который неплохо ловит в номере. Сетка от комаров на балконе стоит, что очень даже неплохо. Есть на балконе сушилка для белья и столик журнальный со стульями. Прекрасный вид на море, сосны, на рощу, на оливковую. Сбоку здесь дорога, но она особо не тревожит. И внизу дорожка такая у отеля. Очень живописно, зелено, красиво. Вид шикарный просто. И рядом автобусная остановка есть, с которой мы уезжали в Калитею и уезжали в Кассандрию. Очень удобно. Вышел и поехал дальше. Есть винный шкаф. Винный шкаф отличается от холодильника тем, что у него температура плюс 10. Местоположено плюс 5. Нас особо не напрягает. Розетки. Розетки у кровати, розетка, у зеркала здесь есть, вот, и в санузле. Ну, в общем, и все. Сейфа нет, сейф на ресепшн, сейф на 2 евро в сутки. На пляж ходит паровозик, трансфер. Каждый час. Начиная с 9 до 18. Нет, 18 туда, 18:45 последняя обратно. И трансфер. Ну вот и все.